Доброе утро, меня. Что делает моя мама? Мамочка. Мамочка. Это не мама. Это кукла Вуду какая-то. Оживить! Е! Оживляй воду. Руку сюда. Ногу сюда, вот сюда. Руку вот сюда. Пальчик тоже. Поравнил. Да, надо все ровно. Все. Осталось приготовить только зелье из печи. Горячо. О, песня, неплохо. Есть. Из этих ингредиентов надо сделать зелье. Во-первых, добавляем это для сока. Я приготовил камушек из волшебной глины. Сердечко это последнее. Перо птицы Греи. Не знаю, кто придумал это название. Перо павлина. Влезай, влезай. И сердечко. Перо уже не нужно. Потому что оно не используется. Сердечко стало волшебным. А теперь надо ее просветить. Все. Осталось только положить сердечко где-нибудь вот тут. Прям великолепное место. Ну и волшебный талисман. Нужно подошить это. Осталось произнести заклинание. Может, надо станцевать какой-то волшебный танец? У меня есть для танца все. Почти все. Ну, реально. Вот. Все. Вот и я. И теперь надо станцевать волшебный танец. Ай-яй!